Вот это, на примере этой стены, здесь 5 квадратов. Покажу, как можно самому утеплить дом. Берем. Изначально нужно проверить на ровность стены. Берем правило, уровень, ну или длинный уровень, и проверяем. Если у нас стена, ну это более-менее ровно. Это ровная сторона, а эта сторона. Эту сторону отбиваем. Низ вот фундамента выпирает, поэтому нам нужно чуть-чуть сверху добавить раствор. Вот. Также это такой принцип подходит и для больших стен. Ну, если вы утепляете весь дом. Если стена у вас завалена туда, да, в ту сторону, значит вам нужно низ по нулю напор делать, а верх отодвигать по уровню. И тогда вы будете знать, сколько вам добавлять раствора. На пенопласт или же на вам. Данный кусок мы будем утеплять пенопластом. Поэтому сейчас замешал раствор. 5 минут постоит и будем начинать. Пока что поставлю. Раствор настоялся. И его еще раз по технологии нужно перемешать. Какой раствор я будет потом обзор смесей. Поэтому сейчас мы начинаем утеплять. Чтобы у нас пенопласт ушел вовнутрь, нам нужно отрезать кусок. Вот, мы его намечаем на глаз, конечно. Надо использовать лазерную лепку. Помним, что у нас низ 0, а верх нужно чуть-чуть отклонить, поэтому наверх ложим больше раствора, на низ меньше. Раствор я ложу вот таким вот образом. Ну, такие ляпки, знаете, как корову, вот. Ну, понимаете, да? Некоторые делают 5 штук. Я так не делаю, потому что пенопласт чуть-чуть бывает и кривой. И потом вот эти края держатся, а между ними кривой пенопласт. И потом вот стена гуляет. Поэтому лучше вот так. Да, дороже, больше клея, но зато надежнее. Зато подровнял и все, и забыл. Низ ноль, низ ноль. Там прижимаем полностью. Прижми его полностью.
переходим на эту сторону. Конечно, чтобы не было одной линии вот этой вот, одной, нужно пенопласт стоять с перекрытием. Вот, поэтому будем смещать. Обычным ножом режу, но это не так. Это нано-нож, который сам режет.
кидаешь его на кучу с пенопластом, он все там перерезает. Чтобы у вас шпателя были все, вот, все ручки, все в клею, в растворе. Это крайне неприятно. Поэтому платина все чистить. Потом, ну или в перчатках, но в перчатках неудобно работать. Конечно, если у вас аллергия на растворы, то лучше в перчатках. Осталось у нас вот этот кусок маленький Так у нас получилось. По такому же принципу я делал весь дом. Вот, караэт. В следующем видео покажу, как я бью зонтики. Основные принципы. Чтобы не было одной линии, то есть пенопласт смещаем. Клеим его со смещением. Ну, как видели, да? И основной момент то, что мы ложим раствор, да, не по углам и по центру, а еще ставим промежуточные. Это для того, чтобы пенопласт не гулял. Даже когда будем клеить сетку, будем нажимать на него. Вот между, к примеру, здесь, да, точка, и здесь. А вот здесь вот будет прогибаться. В следующем видео буду бить зонтики. Тоже есть некоторые моменты. Так что можете посмотреть. Это из опыта.
моего. Поэтому я поделюсь с вами. Все, смотрите дальше, выпуск другой.